Вот у нас Артемида на Гагарина 4А. Закрывают. Самая лучшая Артемида в городе на данный момент была. Почему ее закрывают, непонятно. Людей увольняют. Потому что, видать, магниты и пятерочки у нас главенствуют по всей стране. А хороший магазин, который был самый в городе, его нужно закрыть обязательно. Вот, посмотрите, все распродажи. Много лет существовал этот магазин. А теперь вот его нет, этого магазина. Здесь была самая лучшая кулинария в городе. Ни в одной Артемиде такой кулинарии не было. Вот готовое производство. Я не знаю, кому говорить спасибо. Наверное, мы это все-таки выясним.